Детский сад номер 12 открылся в 1966 году, и последний капитальный ремонт здесь сделали в 90-х годах прошлого столетия. После этого максимумом, что было, это латание крыши и замена окон, а сейчас уже остаются финальные штрихи. В здании осталось провести финишную уборку. На улице полностью заменили покрытие дорожек. Теперь в любое время года можно будет даже после дождя детям спокойно гулять, и проблем никаких не будут. Заканчивается там также монтаж МАФов, чтобы детям можно было гулять на улице, и даже в садик они не захотели бы заходить обратно. В детском саду «Ивушка» воспитываются дети с ограничениями по здоровью. Поэтому важной частью капитального ремонта было расширение дверных проемов, установка пандусов, создание специальных санузлов и отсутствие порогов, чтобы маломобильный человек мог спокойно передвигаться на коляске. Садик откроет свои двери уже в начале 2023 года, но некоторые гости «Ивушку» уже посетили. Уже один раз педагоги приходили сюда, в детский сад, и очень была неожиданная реакция. У них многие расплакались от того, что они увидели, каким был детский сад и каким он стал. Напомним, по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова в Белгороде этим летом начался ремонт 12 школ и 10 детских садов. Екатерина Скляренко, Илья Лебедев, Белгород Медиа.